Привет, братцы-рыбаки! Наверняка у многих из вас в рыболовных снастях есть такие хирургические зажимы. И я почти уверен, что многие из вас их используют лишь для извлечения глубоко проглоченных крючков из рыбы. Ну а сейчас я хочу вам показать как минимум еще три очень полезные функции таких зажимчиков, они же хирургические щипчики, о которых вы, скорее всего, даже не догадывались. Вместо лески я буду использовать капроновые нитки, чтобы вам было более понятно и лучше видно. Итак, первая, наверное, самая востребованная функция – это привязка крючков. Вставляете леску, шнур, ушко крючка любого, делаете вот такую петельку. Хвостик, чтобы торчал, берете ножнички и делаете вот так вот. Раз, два, три. 4 оборота, можно 6. Дальше берете, цепляете краешек и протаскиваете его вот в эту петельку. Такой узел называется клинч. Дальше смачиваете узелок, допустим, потом цепляете вот таким вот образом за колечко щипчиков и начинаете затягивать. Как вы можете убедиться, узел получается очень идеальный. Такие узлы довольно крепкие, держатся отлично. Лишнее потом откусываете. То же самое сейчас покажу на шнуре, уже с более мелким крючком. Вставляете шнур либо леску в ушко крючка, так вот загибаете, берете, вставляете щипчики и делаете 4 оборота. Раз, два, три, 4. Дальше цепляете вот этот хвостик и протягиваете его вот таким вот образом. Потом цепляете так вот за вот этот кругляшок, за это колечко и затягиваете. Не забудьте перед этим смачивать. Допустим, вам надо связать более тонкий шнур с более толстым или шнур с леской там. Так вот делается петелька, также вставляются ножнички и делаются 4 оборотика. Дальше цепляете оба краешка и также протягиваете их. Не забывайте смачивать узел, вот так вот он сходится и подтягивается. Соединения такие очень надежные, так что можете не сомневаться, что все будет держаться очень отлично. Ну и, соответственно, лишнее потом обрезаете. Ну и третье. Допустим, вам надо привязать поводочек к более толстой леске. Отступили сколько надо. Также делается петелька. Вставляются щипчики и точно так же делается 4 оборотика. Дальше цепляете все вот это дело, то есть поводок с леской, аккуратненько снимаете, вот так вот подтягиваете. Также не забывайте смачивать. Смочили, подтянули. Пожалуйста, основная леска и к ней уже готовый привязанный поводочек. Вот такой вот узелок. Узелок довольно-таки крепкий, держится отлично. Ну и потом лишнее, соответственно, опять откусываете. Надеюсь, что это видео кому-то стало полезным.
Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Что-нибудь пишите в комментариях. Дальше вас ждет еще много интересного. Всем пока.